«Лакированная Россия» – название непереносное. В художественной галерее рассказывают о российских лаковых промыслах от начала 20 века до наших дней. Их пять – жестовый Тагил, роспись на металлических подносах, палих Мстера и холый, лаковые миниатюры на папье-маше. Вроде вот просто, да, вот это вот из папье-маше ведь делали, да, клеили. Ну, сейчас это вот прессованный такой картон, но это действительно там… Ну, несколько десятков раз попадает в руки не только художника, но и человека, который задает форму, который лакирует, который грунтует. И действительно, это вот, когда пройдет это через руки вот мастеров, это становится действительно драгоценностью. Промыслы были искусством не только ради искусства. Эти изящные изделия люди покупали для быта, дарили на память дорогим людям, заказывали гравировки. Тиражировались лучшие образцы ручным способом, поэтому каждая вещь была неповторима. Ну, я-то вот еще помню, что в магазинах продавали эти вещи. Были на выставках, а были в магазинах. И мы тут показали не только исключительные вещи, но показали вещи, которые хранились в семьях, или и которые используют как памятные дары, там даже таблички там любимому мужу. На выставке «Лакированная Россия» художественная галерея показывает работы из собственного собрания, а также государственных, частных и производственных коллекций. Арт-группа «Куб» приглашает пермяков отделаться от детских страхов, зайдя на полшага в сумерки. Три пермских художника – Юрий Шикин, Егор Субботин и Юрий Смирнов – поселили своих забавных и совсем не страшных персонажей в галерее 2517. У каждой работы своя история с детскими воспоминаниями. Каждый помнит, как там страшно ночью встать с кровати за стаканом воды и пройти в кухню, потому что вдруг там за дверью стоит какое-нибудь чудище. Вот такая работа на этой выставке есть про этот страх. Есть страх про Петю, который… поспорил с друзьями, что просидит в одном заброшенном доме целый час на стуле. А рядом с Петей, спиной к спине, сидит какое-то чудище, и тоже поспорившее со своими друзьями. И вот кто кого пересидит. Или о том, как страшно плавать в открытом море, а вдруг там чудовище за ногу тебя схватит. Чтобы страхи изжить, надо над ними посмеяться, считают авторы, и воплощают фантастических персонажей в своих сложных и искусно сделанных работах. Это бронза и масштабные холсты. Выставка «Полшага в сумерки» будет работать еще больше месяца. Отметить День семьи, любви и верности завтра, 8 июля, можно вместе с Пермским краеведческим музеем. Этот праздник здесь будут отмечать впервые в основном здании Доме Мешкова и Музее пермских древностей. В Доме Мешкова будет семейный пикник на свежем воздухе. Мы призываем посетителей прийти со своими пледами, бутербродами, с хорошим настроением. А мы подготовили программу для всей семьи. А в Музее пермских древностей семейная игротека. Настольные игры, мастер-классы, спектакль, домашний кукольный театр. В Доме Мешкова на Монастырской 11 праздник пройдет с 12 часов до 3, в Музее пермских древностей на Сибирской 15 с 11 до 17 часов.